Так, друзья, сейчас присматриваю палатку в одном тайском магазине. Дело в том, что мы отсюда скоро сруливаем. И дальше я так примерно знаю, куда мы будем двигаться. На всякий случай, думаю, может быть, взять какую-нибудь палатку, потому что, как говорится, дорога еще предстоит дальняя. Так, сейчас посмотрим вообще, что она из себя представляет. Вроде она какая-то то ли целлофановая. Как написано здесь изнутри. Так, что тут у нас вообще написано? Насколько я понимаю, на двух человек она рассчитана. Вот здесь походы нарисованы, то есть, значит, двигаться с ней можно. Остальное все на тайском языке. Так, ну вроде бы нормально. Палатка. В любом случае, какая бы она ни была, единственное, что у нее прикольно, это вот эта вот цена. То есть всего 300 рублей она стоит. Это, конечно, очень дешево, потому что если я в Европе уже буду брать палатку, то она мне обойдется в 10 раз дороже, я думаю, как минимум. Что ж, заморачиваться не будем. Вот здесь вот, по большому счету, нарисовано, как она выглядит. Поэтому я думаю, что мы ее возьмем. Вот закрытую надо выбрать. Или они все такие полуоткрытые. А вот, вроде вот это закрытое. Очки наши взяли. Так, ладно, друзья, в общем, выбираем палатку сейчас и двигаемся дальше снимать обзор. Мы находимся в Таиланде, в магазине Big C. Это самый такой распространенный магазин, где много товаров, продуктов и всего остального.